Сегодня в меню быстрые и полезные завтраки. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Финик 2 штуки. Творог 1 столовая ложка. Сыр фета 30 грамм. Авокадо 0,25 штуки. Оливковое масло 2 капли. Хлеб тостовый 3-6 ломтиков. Гранат, зерна 1 столовая ложка. Миндальные лепестки 1 чайная ложка. Кешью 1 столовая ложка или другие орешки. Ананас консервированный, кольцо 1 штука. 1 из простых вариантов в этом случае – бутерброды. Только не вспоминайте колбасу и майонез, я вам расскажу, как приготовить быстрые и полезные завтраки. К хлебу можно добавить творожный сыр, фрукты, зеленые овощи, да и вообще поиграть со вкусами. Каждый день пробуйте новое. Для начала приготовьте тосты, поджарив их привычным для вас способом. На первый кусок нарежьте ломтики авокадо. Рассыпьте немного сыра и разложите зернышки граната. Сверху добавьте масло. На следующий ломтик разложите творог. Сверху разрезанный пополам ананас и орешки кешью. На хлеб выложите сыр, затем разрезанный финик и миндаль. Такие бутерброды станут полезным и быстрым завтраком в любой день. Завтрак считается самым важным приемом пищи за день. Ведь энергии от него должно хватить на долгое время. Но с утра так не хочется долго готовить. Есть отличный выход – полезные бутерброды. Экспериментируйте с ингредиентами, и все получится. Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!